У нас в студии воспитанник Одинцовского центра эстетического воспитания Артем Дедяев. Привет, Артем. Здравствуйте. Здравствуй. Расскажи, почему ты выбрал именно электрогитару? Вот чем тебя привлекает этот инструмент? Изначально я хотел играть на классической гитаре, и год учился играть именно на ней. Это произошло после того, как я услышал группу «Кино» и Виктора Цоя. Я занимаюсь в филиале Одинцовского центра эстетического воспитания. А вот у тебя есть, может быть, какая-то уже мечта, там, допустим, стать супер таким гитаристом? Да. Да? И где-нибудь, может, и не совсем мечта, скорее цель. Любимый композитор, наверное, все-таки Бетховен. Вот так.